Норка, Мутон, Песец и Лиса. Более 1000 высококачественных изделий из натурального меха. Настоящий рай для модниц открылся на первом этаже торгового центра «Альфа-Раби». Узнав о ярмарке, Акмарал Калдарова решила одеть в пятигорские меха всю семью. О качестве продукции и талон меха женщина знает не понаслышке. Акмарал уверяет, меховые изделия российских производителей славятся качеством. К тому же и цены на ярмарке приятно удивляют. Это красиво. Это как уродство. Мне очень понравилось. Красиво очень. Современная и вообще хорошая, так сказать, выставка. На выставку-продажу попали как классические модели, так и эксклюзивные. Самыми популярными считаются норковые шубы, затем лисьи и изделия из песца. А одежда из мутона считается самой доступной и современной. В них любая женщина будет выглядеть стильно. Но главный секрет заключается в уникальных лекалах. Шитая шуба идеально садится на любую фигуру. Швы, фурнитура, подшерсток и невесомость изделия без слов заявляют о высочайшем качестве. Каждая шуба отлично подходит на любой тип фигуры. У нас представлены размеры от 36 до 66. Широкий ассортимент вас приятно порадует. На выставке представлены шубы из меха норки, бобра и мутона, а также эксклюзивные модели из песца, лисы, чернобурки и соболя. Не упустите возможность приобрести эксклюзивные изделия для себя и своих близких по самым доступным ценам. Только 10 дней шубы, жилеты и манто на выставке можно приобрести по ценам завода-изготовителя. Причем купить изделия можно как за наличный расчет, так и в кредит и в рассрочку. Каждого клиента здесь ждет индивидуальный подход и персональные скидки. Выставка-продажа продлится в Шымкенте до 25 сентября по адресу Тамерлановское шоссе, торговый центр «Альфа-Раби», первый этаж.